Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. 4 драйвера, вуна хотите? Ну, гоном нет, сыграем, если хотите. Вообще прикольно будет. Вопрос, кого мы забираем под рель еще? Карт, 40 карт в руку, что? Повысили характеристики-то очень быстро за меня рель, но квест говна, по-моему. Два хотите, я тоже за два. Но учитывая, что у нас элементали наги, то есть надо тебя забирать и делать ролл. Я пропускаю. Опа. Опа. Вот это же интересненько. Опа. Я попробую еще раз сделать. Все фигня, ладно. Блин, просто одна капля, я уже выполнялся на свете. Одна капля, и все выполнено, готово. Было бы жестко. Проводишь обучение по БГ за доллар? Вопросительный знак, вопросительный знак. Не, за доллар не провожу. Итак, вот стараюсь объяснять свои мувы, что и как делаем. Берем, ну давайте. Опа! Ладно, давай так. Ладно, окей. Голда есть. За два хода выполнен, сравнение плохо. Пусть уже потихоньку улучшается, усиляется. Не за что. Вот, смотри, кстати, взял спелл. Вообще, давайте так сделаем. Level roll, если еще чуть-чуть буду продавать. Окей. Окей. Блин, подождите, нифига не окей. Чуть кривато выходит. Но это все равно отлично, понятное дело. Я точно его в руке держу. Ладно, просто продаем нам. Капка есть, стоит ли она лока? Ну как бы не так плохо. Я, наверное, заберу. Но не стоит. Окей, ладно, то не заберу. У меня просто золотой реролчик. По идее, золотым реролчиком я могу... Ну то есть эта штука, это очень много реролов. Так, не надо, не надо 15. Не 15, не 15. Не в этот раз. Налево тычка. Налево тычка, налево тычка. Налево тычка, налево тычка. А, неважно, да, все равно его разбиваем, потому что я сам не в атакую. Окей, хорошо, хорошо, ребят, хорошо. Проиграли не 15. Работаем. Левел же пойдем, левел пойдем, да, но это все равно были рероллы. То есть капли все равно было оки-доки, но можно, возможно, что-то лучше поймать. Сначала знаем, можно ли. Так, три голды отсюда идет. Левел происходит. Ставим этого дурачка. Опа. Бран, бран, забороут. Либо дракари, чтобы улучшалась обилочка. Ой-ой-ой-ой. Каждый ход будет 3 голды, потом 5 голды, потом 7 голды. По 2 будет улучшаться. Дракари, либо бран. Ух, хороший выбор, конечно. Но я думаю, надо дракари брать. Дракари бан, но она голду нашу улучшает. И потом через 3 хода может играть с обилкой, но на это плевать. А вот то, что именно сокровище сейчас улучшает, это прям вау. Жадарсва, ну кому-то надо жадничать. Прошел на днях первый и второй гастроне. Музыка напомнила в Карстоуне, но не твой меньше, чем 3. Сейчас, секундочку, давай по... Пах, ничего не дали. А почему ничего не дали?
Так, ну да, мы точно ставим. Возможно, даже вот эту собрать. Попробовать просто меньше пыльцы потерять. Токсик есть, бабл есть, отлично. Отлично, отлично. Он левел пошел, короче, опять же, хорошие новости в этом плане, но все равно опасненько. Улучшается в конце хода, да, улучшается в конце хода, поэтому в конце хода улучшилось. Было 3, сейчас станет 5, смотрите. 4, 5. Видите, получилось 2, то есть улучшение идет 2х. Так, прошел на днях первый, второй гостраннер. Музыка напомнила АПМ в Харстоуне, но не твой. Сейчас Метатроп, давай посмотрим. То есть у меня побыстрее будет, верно? Не такое медленное. Я проиграл, и Фламину проиграл. Минус все лицо, минус Рэндалл по лицу тоже летит. Какая? Нам не видно за тобой. А, ну окей. Ну, обилка стала сейчас 5. Я не знаю, там все же не показывается. Понял. Четырнадцать здоровья. Проблемка, конечно. Пока пока просто что-то играем. Ты неплох, может быть. Тоже такая штука прокает. Забрал. Наку продал, что ли? Что прям все пары поставлять. Так, чил Наги 5. О, сейчас левел идет на 7, пробил. Не хочется сюда проигрывать. Сейчас попробую за собой показать, где-то у меня. Вот так вот, смотрите. В начале вашего хода 5. Сейчас поменяется. Надо подумать, что из этого мы продаем. Вот это, либо вот это. Го вот это выбросим. Две карты 17-17, надеюсь, что они мне помогут. А, блин, я... Ну, короче, ладно, стало 7. Было 5, стало 7. Забыл, надо же было держать на ней. Ну, короче, было 5, стало 7, то есть подракарина улучшается. Идеальный удар. Подракарь влияет на начало хода. Начало хода никак не влияет, влияет на конец хода. Эта штука улучшается каждый ход, это конец хода. В начале вашего хода вы получаете 7 золотых. На начало хода она никак не влияет, то есть в начале хода я не получу 7 золота два раза. Получу только один раз. Сделал себе бутеров, налил попить, развлекай меня. Еще себе пиццезавр. Приятного аппетита тебе. Пора усиливаться. Я и пытаюсь ставить большие карты. Вот, ну, насколько могу усилиться. С такой ситуации. Чил проводит по 15. О, все равно левел, да? Страшно, на самом деле. Очень страшно. Дракари в руке подержать, собрать ее золотую, но не-не. Слишком жадно выходит. Слишком жадно. Надо, ребят, здесь сейчас как-то справиться. Не знаю как, но как-то надо справиться. Обязательно. Обязательно, обязательно, обязательно. Броню найти, возможно. Элемов, короче, нет, да? Есть такой лем. Надо восставить точно. Блин, я Брана тоже как будто не могу брать. Или что, или Брана вставим на стол. Брана, не знаю, два ролла, может там что-то продать даже. Это золотой Бран, вроде как прикольно. Ну, возможно, прикольно в next катку.
Ладно, попробуем. Ну да, тут тоже не так сильно дается. Но следующее можно поменять, там тоже, наверное, такое. Ну, короче, не особо все равно там много не дается, поэтому. Сидунькаем. Окей, там триплет пробивает, опять же, 15. Злопасности. Очень страшно, ребят, очень страшно. Много здоровья потеряли. Ну, тычки так себе, но вроде все равно должно хватать. Ну, а то, чтобы не вылететь, в смысле. Так справиться мы уже не справляемся. Блин, ты верни. Да, это проблема. Ребят, ну золотой бран есть. Золотой бран. Рокомментарий есть. Опа, 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 чат! Пора тебя продавать. Тебя тоже можно продать, наверное. Гопка потроллим. Капля есть, отлично. Элиза есть. Элиза. Наверное, не могу Элиза брать, к сожалению. Либо вместо тебя взять. Затем того. Не-не, надо Айдали. Что такое, окей? Что ты смог забафать? Хватает? Во что я превратился? 15%. Не надо 15%. Не надо. Не надо. Не надо 15%. Чат, не 15%. Не надо. Уточки так себе. Это пойдет. Тоже пойдет. Ой, ужасно. Хватает здесь, хватает. Хватает, чат хватает. Кошмар какой. Бота нельзя получить. Буря, ты верни, отличная карта, отличная. Так, Роу. Два пыльки, реально стил. Пшел вот отсюда. Так, ну, давай так сделаем, окей. Поставил. Насчет брони, наверное, нет, да? Сержа дают, Серж, ну сейчас ты у меня огребаешь. Сержа, ребят, по жепе. Да, кто это? Мистероп, спасибо, сейчас поставлю. Ребят, очень жесткий ход тут, по идее, должен быть у нас. Должен быть, ребят, очень жесткий ход. Конца хода, зачем? Давай так. Капка есть.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, секундочку. Не могу тебя поставить вместо чего-нибудь? Потом хватит. Бам. 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 Бам не дал. Окей, ладно, зато купил, что хотел купить. Окей, даже не так страшно. Вот этого я боялся, вот этого я боялся. Окей, хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Ту-т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 у. Я могу бабло, ребят, в руке скопировать. Я против бота играю, может это хорошо. Может эффект до конца хода забрать и получить себе 3 бабла в руку. Что думаете насчет такого? Еще бабл. Го заберем, все в баблах сделаем. Они все равно все золотые. Еще бабл, нет, хорош, хорош, хорош. Не без дракона. Можно даже залачить эту штуку, не знаю. На следующий ход, да? Так, 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 так. Не знаю, стоит ли волочить вообще. Че, стоит это волочить? Я забираю бабл. Как будто нет, да? Или чё? Блин, стоит, хотите? Ну окей, давайте. Тебе, мне кажется, не медальон двойника самый сильный квест, имба. Он хороший, но я не сказал бы, что он самый сильный. Нет, не нравится. Ну, мы просто в руку заберем, потом попытаемся в золото собрать. На следующий у нас дракари уходит, а потом мы жестко дальше крутимся. Ой, сейчас, секунду, секунду, куда-куда? А, там сейчас, мизантроп, твой следующий трек? Кидаешь мне YouTube Music, а потом этот... трек играет, играет. Сейчас пробую погромче сделать. Сейчас сегодня на YouTube Music еще чуть тише, как будто все играют. Топ-3, ребята, есть. Бабла в руке куча. Забрали, забрали, роу. Так, что там делаем? Бабл сиды, допустим. Где демоны? Хоп-хоп-хоп. Про дракари не надо. Тут
Щедротка анимация, кстати. Ты нажал и еще смотришь долгое время, как она от тебя уходит. Сам невозможно купить. Пишет, что хватает, пишет, что справляемся. Так ли это на самом-то деле? Похоже, что так. Похоже, ребята, что так. Все так. На таких соплях вытащил эту катку. У нас? Да слушай, возможно, все было под контролем. У нас эта голда шла. Ну да, могло все пойти не так. Не в плану. Такое. Есть монетка, спасибо. Ту-т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 у
Хорошо, когда есть что разыграть. Блин, активация, конечно, от этого всего прям очень долго тратит. Очень много времени. У нас человек, конечно, нишки, да, вроде не особо, да? Окей, okay, намного больше. Какому, кстати, баф получил на так? Чемпионский какой-то 3 идет, да? 3x. Немножко идет подзажигает. Это всего, если шнешь и поведение такое, то сколько он будет меньше? Где-то 200 стов. Я не против себя играю, это Эдсплан, это не Арслан. Ребят, это не актер. Старается, пытается победить, ребят. Это не актер, ни в коем случае. Долго надавать правы. Кого забрал? Удачного стрима. Спасибо. Не знаю, про нее забрал на всякий пожар. Ну-ка поиграем, но не вылетим. Такое может быть. Такой принц может быть. О, ту матч выходит. Сейчас, секундочку. Кстати, именно против него, наверное, место королевы Шапавина лучше, да, поставить?
Анимация, конечно, просто... Да. Мое почтение. 1000 стартов, нифига не хватает. А, подожди, хватает? А, у меня баблы, за счет баблов. И плюс у меня все остальное, это юзлес говно. Это хорошо. Не страшно, ребят, 1000 стартов не страшно. Баблы 2x атаки делают, все, отлично, выбили. Анимацию сделать, да тяжело им анимацию делать, походу. Ну, в плане, прям нужно движок менять. Поэтому ты смотришь, ты видишь, конечно, карты, которые ты можешь покрутить на самом-то деле, но ты понимаешь, что эта анимация очень долго жрет, и поэтому ты в таких случаях частенько пропускаешь, возможно, что-то там, монетку прокрутить, может, там еще что-то прокрутить лишнее. Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк, и приятного тебе просмотра.